Привет, зависает FIFA? Тогда аллилуйя. В этом видео я поделюсь решением, которое помогло мне и, надеюсь, поможет тебе. Что именно я имею в виду под словом зависает? Давай посмотрим видео. Соответственно, идет геймплей. В какой-то момент игра просто зависает картинка. И если это сетевой матч, то дальше перемотается. Вот, и произойдет, ну, там, ты не можешь это говорить, что произойдет во время матча. Если же это будет Squad Battles, ну или, например, режим карьера, тогда игра просто зависает, проходит какое-то время, и она отвисает с того же момента. И это капец как бесит. Сколько голов я пропустил просто в сетевых режимах, это просто мама мия. А перед тем, как я расскажу, как решить эту проблему, подписывайтесь на канал, потому что я начинаю делать видео разные обучающие, полезные. Уже можно посмотреть про угловые. Например, как забивать сухой лист, когда соперник увидел вратаря и сразу гол. Прям с углового. Заглядывай на канал после этого видео. И, собственно, про решение. Эта проблема у меня была и на FIFA 22, FIFA 23, и на Windows 10, и на Windows 11. Проблема, в общем, сохранялась. Ну, собственно говоря, открываем мой компьютер. Правую клавишу на пустое место. Свойства компьютера. Можно вроде на ярлык это нажимать. А дальше нам нужен дополнительный параметр системы. Windows 10, они вроде сбоку отображались. Заходим. После этого нам нужно в переменные среды. И, соответственно, вот два пути, которые нам нужно изменить. То есть по умолчанию они на диск C сохраняются, а меняйте на любой другой диск. И, о, аллилуйя, игра перестает тупить. Это просто жесть. Я столько игр проиграл в 22-й FIFA. Я думал, у меня слабый компьютер. И, вернее, я даже думал, у меня интернет фиговый. Но эта проблема просто не зависит от интернета, и 23-го не пофиксили, и у меня было просто полное разочарование, пока я не нашел, как решить эту проблему. Ну а если я помог тебе, тогда помоги мне, поставь лайк, чтобы это видео лучше продвигалось, напиши комментарий, помогло тебе или нет. И можешь предложить тему, на которую тебе было бы интересно, чтобы я сделал видео. Спасибо за просмотр, пока.